господин Рашет, рад видеть вас в гостеприимном Гомеле. Вот, к слову, гомельчане, самых дорогих гостей, обычно приглашают на экскурсию по дворцово-парковому ансамблю. Признайтесь честно, были ли здесь, как вам комплекс? Вы знаете, это один из обязательных мест, я посещаю каждый раз, когда я приезжаю в Гомель. И летом, и зимой у него вид потрясающий. Аура потрясающая по сезону, поэтому я не удивлен, что это место для хороших гостей. Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ сегодня работает в 190 странах по всему миру. Какова главная миссия здесь, в Беларуси? Мы здесь работаем с государством усовершенствовать систему поддержки ребенку. И особенно уязвимый час ребенка. А вот, кстати, действительно важно, чтобы на государственном уровне, как понимаю, чувствовалась поддержка и заинтересованность. И первое, и второе ощущаете? Ну, вы знаете, Беларусь является одним из основателей ЮНИСЕФа и очень активный участник нашего исполнительного комитета в Нью-Йорке. Поэтому отношение Беларуси к ЮНИСЕФу прекрасно. И нам очень приятно, и мне, как глава ЮНИСЕФ в Беларуси, приятно общаться с людьми, которые понимают важность нашего сотрудничества. Как на республиканском, так и на региональном уровне, в том числе здесь, в регионе? Да, республиканском уровне прекрасно. И даже региональном уровне в Гомеле, в области, прекрасное понимание губернаторам, заместителей. И Гомель является город дружественный детям, подросткам. Это значит, город особо относится к детям, подросткам и уязвимой части этих детей и подростков. Знаю, на днях здесь, в Гомеле, вместе с экспертами обсуждали ход реализации проекта «Семья для каждого ребенка». Расскажите о его концепции, что удалось уже воплотить в жизнь. Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил в семье. И вот этот проект, суть такова, что семью оказывает всяческие поддержки, чтобы семья была способна держать детей с инвалидностью при себе. То есть психологическая помощь, образовательное, здравоохранение, то есть мультидисциплинарная поддержка семью. То есть, как понимаю, основная задача – поддержать семьи, где находятся дети-инвалиды? Совершенно верно, потому что у нас сегодня 4700 детей инвалидностью находятся в интернатных учреждениях. Наша задача – вот этот поток остановиться, держать детей в семье, и те дети, которые в интернатных учреждениях, чтобы они вернулись. Поэтому семья должен быть уютной площадкой, чтобы детей могли жить там. И там часто бывает проблема с родителями, что они недостаточно знающие о проблемах детей. Или, допустим, они оказались попросту один на один с проблемой? Естественно. И им нужна поддержка психолога, поддержка медицинского, социальной защиты. Вот этот проект объединяет всех структур, услуг в одну и направляет на эту семью. Вот это пилот, который оказался очень удачным в других странах мира, и мы провели этот опыт. Интересно, из опыта работы по реализации социальных проектов, насколько хорошо проявили себя сами белорусы, насколько мы неравнодушны? Вы знаете, вот как раз последние 2 года мы делали очень большой шаг вперед. У нас есть один из крупнейших банков, Приорбанк, предоставил платформу, все инструментария, где сами работники, больше 2000 работников банка и еще тысячами и тысячи белорусов, простые люди, могли то есть привести свою маленькую долю.
при расчете пластиковой карты человек какую-то сумму мог потратить на благотворительность. Конечно. Допустим, банкомат Приорбанк больше чем 400, каждый оснащен с такими вот этими возможностями. Интернет-банк Приорбанка и мобильные приложения – все способствует, чтобы люди могли участвовать в этом проекте. С миру по нитке, как говорят славяне. Сколько удалось собрать за эти несколько лет? Мы в прошлом году собрали больше, чем 100 тысяч. И это все направлено в этому проекту. И я думаю, что проект будет продолжаться, потому что все дети должны получить, должны вернуться домой. Вот интересно, если бы у вас была в распоряжении волшебная палочка, как бы ей воспользовались? Вы знаете, наверное, он должен был работать каждый день, не один раз, потому что каждый, допустим, сегодня мы говорим о детях инвалидности, я бы сегодня воспользовался, сказал, что все дети должны быть здоровыми. Да, здоровыми или вернуться домой и жили. Если вчера это было, то я вчера говорил о ювенальной юстиции. Тогда я бы сказал, что жизнь несовершеннолетних в колониях и закрытых учреждениях было бы легче, и они, чтобы туда не попали. Поэтому этот волшебная палочка должен работать каждый день. У меня желания было бы разные. Господин Рашид, спасибо за эту встречу, за интервью и успехов в делах. Спасибо, Александр, большое. И мне приятно вернуться в Гомель еще раз.